Общественные организации Ненецкого округа приступили к подготовке празднования 70-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Окружное сообщество краеведов намерено создать интернет-портал, на котором будет размещена информация о местах захоронений воинов Великой Отечественной войны, о мемориалах и памятниках, посвященных подвигу солдат. Портал – часть большого проекта «Никто не забыт, ничто не забыто». Он реализуется на всей территории Северо-Западного федерального округа России. Еще одна большая работа в рамках подготовки к празднованию – реализация проекта «Герои Великой Отечественной Победы». Основной целью этой акции является увековечение памяти всех героев Победы, независимо от званий, масштабов, подвига, статуса наград. Инициатива проведения такого проекта родилась 4 года назад в Архангельской области. Организаторы восстанавливают историю подвига героев войны и вручают их родственникам копии документов того времени – боевого приказа и наградного листа. Всего за годы войны северянам было вручено более 88 тысяч орденов и медалей.